И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было открытия никаких контейнеров. Получил я, ну как получил, уже в принципе закончился у нас ивент, ивент именно охоты за звездами. И у меня скопились определенные контейнеры, которые мы сегодня таки откроем. У меня их скопилось целых 39 штук. Почему именно сейчас я решил их открывать? Потому что у нас в игре сейчас имеется очень-таки хороший комплектик, который я обязательно хочу приобрести. У меня осталось 4 дня до конца именно данного комплекта. И за эти 4 дня мне надо успеть набить 203 тысячи кристаллов. И именно-таки данный комплектик себе приобрести. И все это дело-таки замутить. Поэтому сегодня мы откроем 39 контейнеров и будем надеяться, что нам выпадет сегодня что-то хорошее именно таки в кристальном размере. Возможно, выпадет какие-то новые краски, но в принципе мне нужна премка, мне нужны кристаллы. Чем больше кристаллов, тем лучше. Я точно уверен, что если мне сейчас выпадет 100к, мы сразу же купим данный комплектик в одном из последующих роликов и сделаем обзор. Если вы хотите, ребята, этого, то обязательно поставьте лайкосик данному ролику. Если на данном видосе у нас наберется 50 лайков, то мы обязательно сделаем данный обзорчик. Разберем данный комплект, именно таки Минотавр, поподробнее. И расскажем его плюсы-минусы и вообще, стоит ли его покупать, качать и все в этом духе. Ну а мы будем уже начинать открывать эти нагибаторские контейнеры. Будем открывать по одной штуке. И, в принципе, у нас тактика никогда не меняется. Открываем по одному. Начинаем с 125 ДАшечек. Второй контейнер, 3500 кристаллов. Вот, сейчас бы мне так 30 контейнеров подряд по 3,5к упало, и было бы жестко. 125 мин. Пока одно белое свечение. Пятое белое свечение подряд. И пока это уже ни в какие ворота не лезет. Седьмое белое свечение, 3500 кристаллов еще нам дают, 7000 кристаллов уже я прибавил. Но это очень-таки плохо по отношению к моим контейнерам. 7 контейнеров я открыл, из них 7 контейнеров с белым свечением. Восьмой контейнер, восьмое белое свечение, я думаю, что нам уже стоит менять тактику, я хотел сказать, но выпадает краска тигр, не сказал бы, что она прям такая жесткая. Но относительно того, сколько она сейчас у нас стоит в гараже, я могу сказать, в кристальном размере она, конечно, очень-таки выгодная, но не такая красивая, чтобы я бы прямо от нее фанател. Осталось у нас 30 контейнеров, и я думаю, что все-таки надо сейчас нам открыть 5 контейнеров, попробовать. Возможно, может, по пятерочке нам повезет, все-таки у нас еще 30 целых штук есть. И чем черт не шутит, давайте откроем пятерку, может мне что-то с пятерочки хорошее упадет. 3500 кристаллов, 125 мин, 125 двойного урона, x2, 5 золотых ящиков. Плохо, плохо падает. Я ожидал, что мне сегодня выпадет что-то получше. В принципе, голды, это конечно неплохо, голды нам пригодятся именно таким на всякие битвы на стримах, именно такие на золотые, там еще какие-нибудь, может, какие-то спаси голды мы будем проводить. В принципе, все это дело у нас проходит на стримах, поэтому золотые ящики мне лишними не будут. Открыл 5 штук, и лучше ничем не стало, поэтому продолжаем открывать по одному. 125 нитры. Ну, столько белых свечений, должно что-то хорошее падать, наконец-то падает 10 тысяч кристаллов, остается 23 контейнера. И мне бы хотя бы выпала бы премочка. Премочка бы выпала, и было бы все супер. Мне еще надо сколько тысяч крисов? 203. Мне еще надо 60 тысяч кристаллов. 60 тысяч кристаллов. Вы просто представляете, это насколько жестко мне придется задротить, если я хочу на своем без доната заработать, успеть за 4 дня 60 тысяч крисов. Это прям просто капец. Открываем дальше. 3500 кристаллов. Еще 60к нам остается. 60 тысяч. 125 двойного урона. И еще 10к. Супер, 50к осталось. 50к. Мне это очень нравится. Очень нравится, что... О, синий, давай, давай. Ай, краска. Чужой, серьезно? Сколько у нас чужой, ребят, стоит в гараже? Отпишите, пожалуйста, в комментарии. А то я уже приобрел данную краску. И это, конечно, провал. Сейчас бы мне выпадал чужой. Вместо хотя бы 3500 кристаллов, которые мне
нужны как никогда. 17 контейнеров остается и 50 батареек. Зачем мне эти 50 батареек? 3500 кристаллов. Ну, с кристаллами хоть сегодня везет. Хоть кристаллов дает еще 3500 кристаллов. Это очень хорошо. 10к крип, блин, я кристаллом рад как никогда. Ребят, пусть мне падают по 10к, еще 13 контейнеров. Ну, синяя краска Prodigy. У меня есть краска Prodigy 2.0, и сегодня мне выпадает просто краска Prodigy. Круто, прикольно. И что же лучше, как вы думаете, Prodigy 2.0 или Prodigy? Интересный момент. Ну ладно, пусть валяется. Конечно, не так жестко, как я хотел бы, чтобы мне выпало. И, кстати, вот в краске именно таки победитель мне что-то дает не так уж и плохо. Поэтому продолжаем открывать дальше. И 5 золотых. Но, блин, ну почему при зеленом свечении мне сейчас не выпало 10 тысяч кристаллов? Ну, 10к могло-то упасть. Могло упасть 10к, и я был бы рад. Мне надо 31 тысяча кристаллов. Остается 10 контейнеров. 125 мин. Сколько вот у меня сейчас нарки на аккаунте? Вот просто сколько у меня нарки? У меня этих мин и так 3000. Зачем вы мне даете эти мины? Ладно, я понимаю золотые ящики. Ну ладно, я еще понимаю батарейки, потому что у нас есть фул прокачанный дрон, который постоянно хавает у нас батарейки в большом количестве. Это я еще могу понять. Но, блин, мины? Зачем мне эти мины? Не нужны мне они. Дайте мне, пожалуйста, 100 тысяч кристаллов. Дайте. 10 тысяч кристаллов. Блин, это просто круто. Просто жестко круто, что мне с 30 контейнеров уже упало 60 тысяч крисов. 60к, может чуть меньше, но 20 тысяч крисов осталось, и у нас осталось 9 контейнеров. 9 контейнеров, которые мне должны принести хотя бы 20 тысяч кристаллов, либо же хотя бы 3 дня премиум аккаунта, чтобы я с этими 3 днями премиум аккаунта смог бы хотя бы сам своими силами на стримах набить данные кристаллы. Поэтому открываем дальше и 125 ускорений. Но это провал. Еще 125 ДАшек. Ну, блин, ну где мои кристаллы? Дайте мне, пожалуйста, кристаллы. Вы же можете мне дать кристаллы. При том, что у нас сейчас уже прокачано на аккаунте два, вернее, один корпус. Сейчас будет второй корпус М2, который мы выкачаем. Это будет просто супер жестко. Просто дайте крисов за 7 оставшихся контейнеров, и все будет четко. 125 ускорений. Очень много белых свечений. Очень много белых свечений. 100 всех припасов. Но это, конечно, получше, чем, блин, белое свечение 125 мин, но не этого я хотел бы, не этого я хотел бы сегодня увидеть. Еще 125 мин, и осталось у нас уже 4, 3 контейнера, ну, 10 голдов, 10 голдов, ну. С одной стороны, это, конечно, кристаллы, которые я мог бы сейчас взять, эти золотые ящики, конечно же, взять, скинуть сам себе, скинуть 21 голд. И, в принципе, прикупить данный комплект и ни в чем себе не отказывать. Но сами понимаете, что все свои золотые ящики я скидываю именно таки вам. Кто приходит у нас смотреть ролики, кто у нас приходит на стримы, кто участвует в конкурсах, все эти голды достаются вам, и поэтому я не вижу никакого смысла сейчас брать и скидывать себе золотые ящики, при том, что осталось 20 тысяч кристаллов, которые, в принципе, подсластить можно было бы только премиум аккаунтом, который бы мне дал быстренько бонус, с которым я бы смог быстро набить данные кристаллы 20 тысяч, и все было бы круто. 125 двойной защиты, и осталось 2 контейнера. 2 контейнера, и с этих двух контейнеров, ну, попади мне хотя бы что-то. Последний контейнер, последний контейнер. И давайте, ребят, прямо сейчас вангоните в комментариях, что мне выпадет с данного контейнера. Если вы вангонете, ну, а не просто возьмете сейчас и прокрутите всю эту данную фишку, то вы сможете неплохо-таки подзаработать. По данному комментарию тоже дам я определенный приз. Давно у нас такого не было, я думаю, что вам это, в принципе, дело тоже понравится. Последний контейнер, который мне должен принести хотя бы 10 тысяч кристаллов. И если он приносит мне белое свечение, то это полнейший провал. И после этого мне придется за эти 4 дня очень жестко попотеть. Поэтому надеемся на последний контейнер. Только не белое свечение. Я все понял. Контейнеры мне говорят, давай-ка набивай кристаллы сам. Мы тебе и так дали 60 тысяч. И поэтому мне придется в ближайшие дни на наших стримах попытаться заработать данную цифру. Заработать надо 24 тысячи кристаллов. В принципе, не такие большие цифры, если бы, конечно, не оставалось у нас
4,5 дня, то я бы сказал, что это вообще изикатка, и на спокухе можно это все дело набить. Ну а так я понимаю, что придется постараться без премиум аккаунта, без двойных фондов и вообще без никаких бонусов. Даже у нас в заданках нету приза. Поэтому будем стараться, будем надеяться, что в заданках нам будет падать хорошее задание именно таки на кристаллы, и я успею набить на данный комплект. Потому что считаю, что этот данный комплект является очень таки нагибаторским. Ну а все свои кристаллы, которые у меня были на аккаунте, было больше 500 000 кристаллов, я слил на МПК Грома, на МПК Диктатора. Как видите, я уже все это дело выкачал на фул, и я по сути этим очень таки делом доволен. И считаю, что этот комплект оправдал именно свои затраты, и в дальнейшем он мне даст определенный плюс, и даже смогу проще набить данные 20 тысяч кристаллов. Ну а на этом, в принципе, все, ребят. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.